10 ноября этого года по распоряжению городского головы назначена общегородская толока. Значит, планируется ее провести в районе сквера бульвара Строителей от улицы Троицкая до бульвара Шевченко. Значит, там будут привлечены работники городского совета по желанию. Значит, а районные администрации будут убирать на своих участках. Левобережная возле своего административного здания, Кальмиусская будет планирует убирать сквер в районе Макара Мазая улицы. Центральная администрация планирует убирать от Мира до детской площадки в районе бульвара Хмельницкого. Приморская администрация планирует выгребать листву по улице Морских десантников и улице Черноморская. Значит, всего мы планируем городским советом посещаемость приблизительно 120 человек. Люди будут обеспечены инструментом, будет техника. В этом году впервые мы планируем привлечь на уборку современную технику пылесосы, которые у нас убирают сегодня улицы. Они имеют такую функцию по сбору листвы. Поэтому листва будет этими пылесосами собираться во всех четырех районах. Они будут распределены. Полигон будет принимать отходы от субботника, соответственно, по распоряжению безоплатно. Поэтому мы, депутаты городские и комитеты самоорганизации, будут участвовать в уборке на закрепленных территориях и участках своих. Значит, поэтому мы призываем всех жителей, кому хочется навести порядок, 10 ноября присоединиться к этой общегородской толоке, и каждый возле своего дома, возле своего участка, чтобы навел чистоту. Значит, бюджету это не обойдется ничего, потому что это движение общественного характера. Люди выходят безвозмездно, безоплатно на такие виды работы. Единственное, что будет затрачено, это работа пылесосов, которая запланирована нашим бюджетом как ежедневная уборка улиц.